С вами Шлёва 339 и Точка Ник. Сегодня поиграем в Дурс. А потом в курс мир стендов. Го сюда, все. Погнали. Все. Снова пустыня, снова. Снова Стардаст, снова пустыня. Не трогай. Как думаешь, до какой двери дойдем? До 70-й. Хорошо, ура. Мы вчера дошли до 77-й. Я сдох. И он сдох потом. Так, я сдох от Сика. Я ничего не покупал, у меня бабла нет. Давай ты первый. У меня 400. Но я ничего не купил. Почему я всегда первый? Потому что ты проходил этот режим. И то на старых версиях. А на новых? Нет. Может, попробуем сегодня пройти? Не знаю. Так, вторая дверь. Все, это раз, да? Да, все, мы все умрем. Круто. Ой. У нас проблема, нам придется включить звук, чтобы слушать скричи. За это, надеюсь, не будет авторские права. Немного. Хотя у Вани это было из-за того, что у него там музыка была. Музыка именно. Там, в Фифе у него была музыка. А тут здесь не музыка, здесь просто звук. У Коляна было тоже этот, в Toilet Fight. О, моя любимая. Да, из-за того, что здесь еще опасный самолет. Я на фигуре очень жестко боялся. Я просто в шкафчике прятался. Со дверь. Все пока норм. Пока что, да. Ой, моргает. Это по звуку понял. Все, он летит ко мне. Блин. Я не вижу ничего. Ой, я вижу. Это какая? Это 13-я. Это 14-я? Ну, угадали. Оу, ноу. Синдай. Ну, не. Подожди. Ты чё? Да, я запутался. Это не раш. Ой! Ой! Мама звонит. Здесь ничего не будет. Подожди. Никаких звуков. Ой, о, ну, синдай, ну, ми. Нет, он на 30-х. Он на 30-х появляется. На первой. А на первой есть? Я всегда очень сусь у библиотеки. Ой! Это было 20... Это было 21-го. Это было 21-е стоять. Да, блин. Вон там прилетели. Там 22-е. Никит. Да, это 22-е. Я забыл. Что добавили? Нет, нет. Я думаю, тут нету пустого буду. Какая это будет? Краш. Не ожидал. Стоп! Никит, куда? Вот эта дверь, я не знаю! Я потерялась. Я тоже. 26-я. Я в 25-й. Открывай. Блин. Это у меня. Открывай. Да я в 25-й, вот он, я и открыл. А где? Где это? Наверху. Всё, пошли в 20. Знаешь что? Знаешь, как я выжил? Как? Короче, я не увидел Раша. И просто такой, слышу, я уже хочу шкаф занять, а ты занимаешь. И такой, все, я умер, все, я умер. Так, это глазики. Все, я такой, все, я умер, все, я умер. Ну просто я захожу в комнату, и он уже вот, он уже прям вот так вот летит. А потому что если ты на лестнице, вниз или вперед, то он тебя не убьет, ты знал? А,
реально? Да, я смотрел, как спрятаться от Раши. Я в последний момент просто как-то успел. О, нет! Погоди! О, ну, сидай! Блин, жалко, что мы таблетки от ума не взяли. За нами менты гонятся. Ну ты представь, что за нами менты гонятся. Право, лево, у меня пошла, я бегу налево. О, найс. Я ни хп не потратил, я все. Класс. Это очень плотно было. Что, какая дверь? 37-я. А помнишь библиотеку легендарную? Mm-hmm. Легендарный режим. О, не режим, а этот. Помнишь, как мы вчера умерли? То есть это 39-я. Слева 40-я? Нет, наверху правильно. А ты вообще зашел в 41-й и сдох. Я уже не повторю свою шутку. Раш? Нет, это этот. Как зеленого зовут? Амбуш. Ну, Амбуш, наверное. Это что, глазики? Пойдем. Сейчас он такой. Да что? Да. Короче, он сначала поморгал, чтобы типа нас запутать. Думал, типа, мы не попадемся уже второй раз, да? Он думал. Дай мне. Не угадал. Я тебе давал, я тебе давал все, да. Фонарик он мне нужен был. 45-я. Только не за руин опять. Нет, не за руин. Какая-то уже 48-я. Я не боюсь уже. 49-я. Я готов. Привет, пупсик. Тихо, я видел какие-то штуки. А ты куда пошел? Стоп, ты куда? Да, это 100%. Да, он на второй пошел. Так, надо мне на лес. Он на второй? Иди за лес. Да, он на второй. Иди за лес. Он на втором. Да, Никита, не надо, пожалуйста. Помнишь, когда я вчера мини-игру прошел? От меня. О нет, о нет. Синдай. Я в шкаф. Меня никто не видит. Он рядом. Он отошел от угольного шкафа. Это где? О! Дыхай. Подохни. Да, пожалуйста, не будь крысой. Да, что? Ну не будь крысой, пожалуйста. Не будь ты крыса, ну умоляю тебя, ну сдохни! Ну сдохни! Да, давай так договоримся, когда у тебя мини-игра, ты отдаёшь мне телефон. Давай. Ты сейчас подыхаешь. Умный, блин. Ещё в шкафчик забеги. Настоящий друг. Давай я жму, что заново. Достиг 50-го. Я там вроде звездочка была. Еще меньше не подсеримся.
YouTube. Стоп. Прикинь, на 700 рублей выбирать. Прикинь, на 700 рублей. Джордан. Я Джордан Джованни, я исполню свою мечту. А нет, я Джордан Джованни, и у меня есть мечта. Давай просто выйдем. Зачем? Да мы так до бесконечности будем ждать. Пойдем в Карс? Нет. Пойдем. Еще катку. Нет, в Карс. Да. Да. Нет. Нет. В Дорс. В Дорс. Нет. 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 Ну ты хочешь играть, я не буду. Я не хочу. Это из Дорса. Давай в Дорс, пожалуйста. Да. Я не хочу в Карс твой. Да не хочу я. Да заходи в Дорс. Давай. Заходи. Я не хочу. Стенд. Не хочу. В The World. Мир стенд. Короче, у меня тут звук ломается вначале. Давай. Заходи. Потом в Карс. Нет. Я не хочу вот эту... Чё? Чё? Кого ходит? Ой, да-да-да! Ты в Карс сейчас? Да? Нет! Вот, смотри. Ты сейчас в Дорсе, и вот... Вот ты. Умный мальчик. Наверное. Но мне не заходит просто. Один черный русский мальчик заработал. Пятачку упустил капусту в оборот. Ля-ля-ля-ля. А почему только 4 есть? Есть карта на 12 человек? Есть. Но это надо свой сервис создавать. Давай. На 12 человек там. Как создать свою карту? Свой сервер? Да. Я не знаю. Ты умный же или нет? Или ты? О, у меня зашлось. Наконец-то. Идем вот сюда. Что с моей футболкой? Как у меня ходит? Выходи! Выходи! Что с моей футболкой? Ты где? Что с моей футболкой? Да все, давай, выходи. О, нет, нет, не надо. Эх, выйти. Уже! Один черный потный негер. Разбил еще. Комп. Может погадаем, какой у меня стенд? Да. Где аркадные? Я не знаю. Это надо из обычных и аркадные искать, а я не знаю. Заваду! Ты любишь Джоторо? Ты любишь кабачки Джоторо? No. Дил, я их ненавижу. А чё так долго? Может, у нас Дорс сломался? А может, это бан? Может, у нас Дорс сломался? Из-за тебя. Да из-за тебя он сломался. Из-за чего? Что я сделал? А я что сделал? Ой! Бан! Тогда пошли в Карс. Нет. Да. Заходи через меня опять. Не хочу. Ну зайди. Зайди. Ну вот и как. Через меня? Да. Наконец-то. Я Джотарё. Я исполню свою мечту. Быть Джотарё. Почему он в катку? А кто это? Я не знаю, нигде не было в чате. Сейчас прикинь, мы втроем телепортируемся.
Мне кажется, каждый, кто ходит в лифт, просто у них загрузка бесконечная. Мне не кажется, или Дор сломался? Из-за кого? Да просто из-за того, что игроков много. Он не мог сломаться. На перенагружение игроков. Хватит, отдай. Куда ты лезешь? Да куда? О, Дильда. Нет, пойдем в Карсмерс. Нет, я да не у нас хочу. Не грузит. И что? И то. Я перезайду. Опять дисконнект. Я перезайду. Я уже пытался перезаходить. Я не хочу в твой тупой карт. Твой тупой карт. Значит, ты Джорджа осуждаешь. И чё? Я не хочу в Карсмерс стендов просто играть. Значит, Джорджа осуждаешь. Не осуждаю. Я просто не хочу в Карсмерс стендов играть. Вот я... Ты же не осуждаешь Южный парк, когда ты сказал, давай в Робокс поиграем? Или не осуждаешь Террарию, когда ты сказал, в Робокс поиграем? Нет. Ну! Давайте аркадную карту вытащу. Давай. Ты что, в карт поиграем? Ты ж не хотел. Мне пофиг уже. Давай вытаскивай аркадную карту. Я не знаю. Заварду! Стоп! Вот ими! Заварду! Заварка! Чай завари! Там что, стоп, мне показалось, или там Crazy Diamond? Нет, показалось. Я Никита Кукареку, я Никита Кукареку. Да что? Киллер, так-то у меня основной сильный черед. Но так удали. Нет, пошел ты, знаешь куда? Не удали. Ну удали, пожалуйста. Нет. А ты старплатином удали. Окей. А я не хочу. Выключи звук. Ладно. Киллер Квин. Киа Квин, Тайсе Богдан, Байзе да. Какой Тайсе Богдан? Да за тупой так-то. Там не так говорится. Там так говорится, тупой. Ты какой Богдан? Тайсонандо, Байзадасто. Мне пофиг, я бронированный. Да у тебя не получится на склад войти. Почему? Я не знаю. А если я зайду? То я не знаю. Киллер Квин, Тайсе Богдан. Да да заткнись. Так, я сейчас кое-что сделаю. Дай денег! Пам-парам-пам. Пере-папа-пи-пере-ри-ри-пере-папа-пи-пере-ри. Ты хоть видишь, кто тебя кидает? Пере-папа-пи-пере-ри-ри. Давай, согласись. Не обязан. Давай. Мое право не обязан. Клы. На себя посмотри. Так, а что там по сундукам у нас? Они не перезагрузились. Почему? Потому. У меня перезагрузились. А у меня нет, прикинь. О, стрела. Ну нафига она мне. Я мента ударю. О, танчик. А нет, не танчик. Обычный. Ну, маленький ребёнок. Минус моя мама криминал. Маленький ребенок играется. А ты где? А ты где? У криминальных челов. А я тоже у криминала. Только у другого криминала. А где они? Я в квадрате криминалов. Но уже не там. Поборот. О, фрукт у Акаки. И зачем он тебе?
Если у тебя и так имбовые стенды. Угу, очень. А какой у тебя второй стенд? А? Red Hot Chili Pepper. А, ну тогда тебе нужен фрукт. Это говно полное. Понос снега. Ну, меня на Red Hot Chili Pepper удаляй Red Hot Chili Pepper. Че? Удаляй Red Hot Chili Pepper. Я заварно удалю. Заварно? Да. У тебя вообще-то Star River Satinum. Так я удалю его. Ты че? Хочу. Где ты находишься? На парковке мамы и папы криминал. Жизнь немного повидал. Это где? У тебя есть стрела? Есть. Сколько? Одна. Ну смотри, если тебе выпить какое-то говно, если еще у меня 5 стрел. Дашь 3. Не... Хотя да. У меня еще сундуки есть, я посмотрю, может стрелы выпадут. Так, подожди. Мама, папа, дочка. И, конечно, я. О, еще один фрукт. О, какие. 3-й по счету. Да почему? Почему? Что я здесь сделать о таком? Ты не купил хилок. Какие хи... Из тебя за руиню пришельцев. Конечно. Из-за тебя. Из-за меня. Еще один фрукт лакаки, найс. А когда мне нужны стрелы, их нет. А когда они мне нафиг не нужны, и мне игра раздает их. Когда мне нужны фрукты, мне игра их не дает. Когда мне не нужны они, игра мне их дает. Ой, я у мамы и папы криминал. В жизни много повидал. Мама. У меня там каузи было. Ах! Сам лох. Простите. Мы тебя не простим. Ну, забыл включить. Рука. Я не понимаю, почему я не могу войти в склад? Я что знаю? Да, должен знать. Не обязан. Обязан. Чё, борзый? Ты борзый. Нет, ты. Ты. Жопой нюхаешься ты. Я не буду принимать. Пи-пи-пи. Это не я тебе сейчас скину. И что? Я, если будешь скидывать, я не буду принимать. Да как попасть? Куда? На склад. Я попадал. Что ты врёшь? Я попадал на склад. Угу. Да. Угу. Попадал вообще-то. Конечно. Ну не верь. Ну не буду. Ну чё, Азаварда здесь. И Киллер Квин. Это же Киллер Квин? Да, это Киллер Квин. Я помню, когда я на складу был. Открытый сундук, что? Там на складу был сундук, а я через стенку его открыл. А где он был? Вон там был. Покажи. Сейчас. Где? Вот тут, в углу. Покажи. Да вот тут он был, я его уже собрал. Ну и сюда. Да ща приду. Мне все монетки выпали. Ну хочешь, не верю. Я был на складе. Ну как ты помню. Попал, давай. Что, я просто туда зашел? Через какой именно вход? Через большой вход. Вот это на крыше. Я что, знаю, что я... Что ли, почему сейчас мы не можем зайти? Ты крыса. Почему? I'm курица. Почему? Курица. Почему? Агузик. Тюляка. Пляток. Попробуй сейчас еще раз зайти. Куда? В склад. Я когда его в него заходил? Месяца 2 назад. Ну попробуй просто. Я в него... Я не зайду в него. Спорим.
не спорим. Вот не зашел, видишь. Криминал. Иди возьми сундук. Где он? Вот тут. Да где его где, тут? Где лестница? Где лестница? Вот тут. Да боже. Как же они сыграли? Да зачем? Я нечаянно тебя убил. Я тебе помочь хочу. Я же сдохну за тебя, спасибо. Не сдохнешь, ты не умрешь. Я сдохну. Нет. Да я тебе помочь хотел. Где сундук? Че врешь? Да я не вру, у меня был. Где? Я у угла стоял. Где он? Я откуда знаю? Ну врешь. Да я не вру, я там стоял, он был. Где он? Я откуда должен знать, где он? Ты врешь. Он был вот тут, вот. Я его собирал. Че врешь? Его нету. Да не вру я. Да не вру я. Нет сундука, нет. Ай. Меня убили. Меня? Ну, у меня он был. А меня не убили. Потому что я вышел. А мама, папа, криминал. Жизнь надо криминал. Так. Я пошел в другую игру. В какую? Ты там на каком эпизоде? На девятом. А я на третьем. А нет, я на пятом. Я тебя еще догоню. Когда-нибудь. Я когда-нибудь догоню. Ага, когда я был на девятом эпизоде. Был. Даже я на 11-м. Да, всплыл. Я на 11-м был. Был. Был я. Был да, всплыл. Я просто не смог победить. Доказательства. Доказательства. Какие? Нет. Ну вот. А доказательства, что я на 9-м эпизоде. Куда это? Может, это не твой аккаунт? Что? Это ты? Тупой. Это может быть не твой аккаунт. Это мой аккаунт. А чем ты это докажешь? Окей, хорошо. Сейчас. Окей. Сейчас я на паузу поставлю. Мы продолжаем. Он. Я прохожу опять дальше турнир. А что дальше не играешь? Я что, знаю? Ой, я послил все, да. Ты не еще можешь выиграть, у вас АХП одинаковые. Я кидаю маму Стэна и вот этих мужиков. Айк, Токен и Джимми. Все, мужики, погнали. И что ты мне сделаешь этим мехотиме, а? Что ты мне сделаешь, а? Че? Я тебя ударю. Я не тебя. Я проиграл. Я проиграл, все. Не, да почему так думаешь? Ты выигрываешь пока что. Ну, по хп ты выигрываешь. По хп. Здесь Клайд, мама Стэна идет. Плюс Нейтан. Ну так что я слился. Да почему ты думаешь? Сейчас все впереди. Я проиграл, спасибо, Никита. Да почему мне? Потому что ты. Ты надоел только мне это говорить. Ты меня отвлек. Угу. Угу. Ну все, я проиграл. Я проиграл. И чайно открыл еще один шкафчик. Я проиграл. Все это из-за тебя! Да почему ты думаешь, что ты проиграл? Так я проиграл, здесь у меня шансов нету. Есть. А где? Где-то. Нету. Найдутся шансы. Спорим, я проиграл. Не спорим. Спорим. Нет. Почему? Я руку не пожал. И что? Все равно мы поспорили. Нет. Поспорили. Нет.
Ты же такой умный, говоришь, что у меня шансы есть выиграть. Я не поспорил. Что, ты же такой умный, что думаешь, что у меня есть шансы? Всегда есть шанс. Только сейчас у меня их нет. Сейчас у тебя есть 0.01 шанс. Нет у меня их вообще. У меня нет шансов. Ну да. Из-за тебя. Да, из-за тебя, это твой аккаунт, и ты тут решаешь, как играть. А кто это у нас тут говорит? А может, это не твой аккаунт? Я же Никита. А сейчас ты на нем играешь, и ты решаешь. А может, это не твой аккаунт? Я же такой не Никита, пофиг. Я же такой умный, оказывается. В кавычках. Ну, ты тоже в кавычках. Так я же не говорю, что я умный. Да мне пофиг. Как-то. Я же тоже не говорю, то, что я умный. Ну, ничего страшного. И мне тоже как-то ничего страшного. Никита, ты горишь, когда проигрываешь? Ну, да, нет. В каких играх именно? В любых. Там, в любых. Ну, бывает, где-то горю, где-то нет. Я никогда не горю. Угу. А в стендофе? Я сейчас не играю в него. Ну, играл же. Ну, играл. Я могу сыграть катку и не сбомбить. С Колей? Могу тоже. Я на третьей арене никогда не выиграл, прикинь. Я проиграл опять. Кто-то звонит, я не знаю, кто это. Менты, наверное. За мной приехали. О, я сейчас против Кейн не буду. Я проиграл. Да почему? Покачину. Я проиграл. Я знаю, что я проиграю. Нет, там мышки бегут мелкие. Картман. Я проиграл. Надо Картману на всякий случай поставить. Зачем мне два Джимми в команде? Так у меня тоже. Два Джимми? Угу. Каких? Сказитель и вышибала. У меня тоже. Ну, плюс 7-35 урона. Мне кажется, Кайл имба стрелок. Угу, а я проиграл. У него ульта плюс 35 урона дает. А я сейчас проиграл. Нет, Кайл! Все, проиграл. Дайте мне Джимми поставить. А. Ну что, Киборг Кенни, да? Против тебя посражаться? Давай, я как. Не, я знаю, что я проиграл. А чё ты со мной не идешь на бой? Не обязан. Я не тебе. Ну, какие-то шансы у меня сейчас хотя бы уже есть. То, что я иду в контратаку. Ну, да блин, ну чё, ну блин, ну блин. Я в контратаку выхожу. Ну да, у тебя есть много шансов. Кайл, я вышел в контратаку. Давай, 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 Картман, гаси, Картман, давай. Давай, 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 Картман. Хорош! Картман полоску снес. Только у меня все сдохли. Я сейчас в оборону. Я затащил на изи просто. Я в оборону вышел. Давай, тащи, Андрей. Так, монашка. Стоп, так я только сейчас понял. Я могу молнией Кенни добить. Я крыса, я молнией добил. Иду в контратаку.
Ставь Кайл. Кто мне? А. Ай, мне как-то жалко. Я проиграл. Мне как-то Кеннета жалко. Настя проиграл. Почему? Не видно? Парам-пам-пам-пам. Я отколоть не могу. ПВП набор. Пам-пам-парам-пам-пам. Че? Ну зачем мне Киборг Кенни? Это же говно такое. Пам-пам-парам. Че такое хомячки хаоса? О, я сейчас плачу, я вредиться буду. А че такое хомячки хаоса? Где? Я не знаю. Хаоса. Да пофиг. Сделай мне колоду. На, тогда играй пока что. Видим. Так. Я сейчас всех просто кидать начну подряд. Так, сейчас за экраном точно Никит. Давай слепый на 3-3-9. За моим экраном. Так, ты еще подарочек не забрал. А, да. Да, у Кенни в событии. Серьезно, что, говно мне выпало там? Да нет, там так, карты на Салли и на монашку. О, найс. Ну, мамку Стэну. Так, кидаем картмена. Как думаешь, я садю тебя или нет? Не, не знаю. Мне кажется, да. Я специально ланшучу. Не буду специально. Я кидаю Нейтана. Так, у тебя... Мне кажется, Нейтан это самый худший игрок. Почему? Не знаю. Мне кажется, Киборг Кенни. Почему? Ну, не знаю. Он у тебя есть в команде? Нет. Погоди, я хочу сейчас кинуть банду голубей. Хотя Мимзи. Легенда. А, Мимзи, что ли? Это легенда. Блин, ну у тебя и так имбовая колода. Тебе даже мне поменять нечего. Почему? Блин, когда я не могу пройти, вот это имбовая колода вообще, да? Оф. На свой вкус выбирай. То есть я могу делать свои колоды сейчас, что захочу. Да, выбирай любую колоду. Смотри, какая у тебя карта имбовая. Если ты ее ставишь, она хилит вот столько хп. Прокачивать, ты чё, офиги? Ой, пофиг. Она может установить 323 хп. Ну кидай колоду на. Делай колоду на свой вкус. Как ты считаешь? Моя колода в своем распоряжении сейчас. Молодой пастор Крейг. Тейзи. Боже, что за изи чувак мне дает? Ты точно тупой. Там сказали. Я вот думаю. Кого заменить? Ты можешь сейчас уйти в другую комнату? Смотри, ребят, всем пока. Так, остановить запись. Пока. Остановить просто? Да, не остановить, закончу вообще.